идея. Кому-то из крутых не угодил, и тут в тюрьму примерно угодил. Да и стоило вообще так мучиться, да вижу, из вас, мой друг-то, не получится. Да не дурак я вовсе, да и жить там будет мне расхотелось. А то еще действительно, чего доброго, пришьют в темном углу в самом расцвете сил. Я хочу, чтобы все было подальше от закона. Тогда ты
тебе пора идти. Возможно, там ты сможешь себя найти. Марина! Загона и Афины предстала вдруг перед тобой. Бананы, манго, апельсины подарят страны мира все. Летишь над миром в самолете и покоряешь океан, всегда будет в большом отчете. Учти, ведь знакомство будет в сотнях стран. Да. Опять дурак, инфанты посуди, послушай, кука, два на мире лучше не найти. Ну, представь, прекрасный остров, где-то, цивилизация за сотни километров где-то, а тут ты за кусок, выходим и ходим. Да нет, конечно же. Я хочу, чтобы была работа поспокойнее, недалеко от дома, чтобы я был чистеньким, в беленьком халате. Тогда тебе быть химиком судьба. Или на химфак ступай, тебе куда? О, химик, жизнь твоя чудесна, халат без пятнышек надежный. И от теории в голове тесно, науки как ясный свет. Пробирка пряж, шкафах сияет, и в комнатах что-то все кипит. Тебя, ребят, умнее узнают. Тебе, я вижу, гиннесский. Ну, ты, я погляжу, ума палата. Кому не слышно? Так, да какая будет у тебя зарплата? Ну, что зарплата? Ты взял не те пробирки, залил. И кто вообще напомнит, что такое на свете будет? Из меня получится. А что там интересного есть на Бербаке? Ну что ты, там много всего странного, много интересного и даже забавного. Биологи не спешит поверить старости, но всегда от малыша. Ну правда, малость. Здесь лекции, словно сказки забавные. Движение и лечение очень главное. Вот для примера лекция обычная. И обстановочка, как видишь ты, приличная. Посмотрим, кто из вас мне будет рад.
приняться за брата мною, пиздать дому назад. Приняться за брата мною, пиздать дому назад. Такую скучночищу слушали каждый день. Ты вспомни, что я тебе не удалил. Я думаю, ты понял этот маленький намек. Вот там посмотришь ты на преподов степенных и на студентов подзабавных, и на возмогенных. Начнем наш экзамен. Нет, вы напротив. Что будет, если скрести снежа и удавшись? Бога, заполнительный ваш рот. Сколько лет? Три. Позвольте, коллега. Что будет, если скрестить кенгуру и слона? Дыры по всей Австралии. Да. Так, теперь у меня вопрос. А что будет, если скрестить арбуз и таракана? Подсказывать из зала нельзя. Я мой не за счет будет. Окей. Так, давайте новый вопрос, давай. Так, ну скажите мне, что такое тупик эволюции? Это когда движение есть и прогресса нет? Верно. А, ну это презерватив. Не ставим ему оценку. Конечно, не ставим ему помогали. Ну за что ему помогали? Приходи в следующий раз. Учебник мой.
дадут мне защитить. Стой и не отключайся, мозг, а будет еще собой. Ну кто ж придумал год экзамен геморрой? Свои пенаты я дымусь, третий закончить мне во веки пятый курс. И днем и ночью оба свой передо мной, это факультет такой любимый и родной. И не отрекайся от меня, мой биомар, вечная страца нам с тобой уже века. Извините, пожалуйста. Включай. Извините, пожалуйста.
что? Молодой человек, вы на меня отвлекаете? А то не каменьше его занятия. Ну, сейчас с вами будет, милый друг. Давай сядем. Да. Профессор, вернитесь, профессор. Профессор, так о чем вы там говорили? Значит так, милый друг, мы сейчас с вами будем изучать особенности брачного процесса у любимых в Бульгарии. Здесь главное, чтобы самка нашла своего самца, не важно какого он вида. Главное, чтобы он был бодрым, смелым. Ах, какой смелый. Где, покажите. Кажется, начинается. Thank you.
Почки, поэма, корень, почки, драгоность. Я ведь зачет свободу, брат сказал, не в радость. Жить трудно оборотом, она пивка, она пивка. Я вспомнила, есть у меня мечта, суметь так напиться. Вот ты! Вот ты! Я вспомнила с утра учиться, вот как! Эх, жизнь моя жестянка, занята субботу. Сегодня снова пьянка, а мне там спать, а мне там спать, а мне там спать. Со своими спорами, пустыми дейтами разговорами. Я твердо решил, буду поступать на биофак. Ну что ж, скажите, решите вы ее менять? Хотя на месте я твоем подумала еще там. Ты будешь, может быть, играть еще в чудесах, потом ты будешь играть. А после этих сердцем, не важно, в принципе, как в дальнейшем устроим свои порядки. Я пока не всегда. Ну, нам пора. Прощайте. Вот это сон. Что снилось мне? Вот это да. Ну что, сыночек, ну куда поступать-то будешь? Да, мама, я твердо решил. Я буду поступать на биофак. Это молодец. Надо приехать. Тихо. Ну не пугай никогда. Так чё? Чё ты здесь нет? Это шо? Можно? Можно вопрос? Ну чё, встал, нет? Нет, заводился. Чё, я так понимаю? На такси! Ладно, мужики, теперь я. Иди, понятно, не будем играть. Широких штанин. И пусть вся вахта любуется. Смотрите, я студент, а не какой-нибудь тип с улицы. Много ли надо, чтобы зачеты все автоматом, чтобы на пиво хватало почаще. О, оно счастье, нет его слаще. О, если бы была моя мечта, какая жизнь настала бы тогда. Сердце с дорога, запись
песню, у которой нет чудес. Петь будем дружно, иначе нафига все это нужно. Петь будем, а слова спасты, петь будешь ты и все остальные. Слова у нас такие. Мир на грани и так далее, главное, чтобы вы нам побивали. Обращайтесь серьезно, не встречайте мир. Встречали дружно новичка, своей заботой окружили.
ангелами подружились. Там жизнь красивая и легка, там время полное молока. Там птицы дивные поют, покой, порядок и уют. И все было ничего, и не тревожило его. Но колебался наш студент, смущал его один момент. К закату подходил денек, вдруг появился мужичок. С большим гвоздем в руке одной и с молотком в руке другой. И к удивлению новичка вся ангела мужика под обречом наглянулась, и все погибели, согнулись. Студент никак не мог понять, зачем же гвозди забивать. Спросил рабочий, и он сказал, какой у нас закон. Так продолжалось целый день, и мужику тому не лень, пора с мозгом слоняться, над ангелами издеваться. Студент не выдержал, решил, что у него не хватит сил терпеть подобный беспредел, что это не его дело. Пришел он к Богу, объяснил, поговорил душевно с ним. Господь сказал, ну выбирай специальный для студента праздник. В раю, на самых облаках, встречали дружно новичка, свои заходы и сами родители. Там уже красивые лица, там сразу вещи полные молока. Там птицы дивные поют покой, порядок и любви. Полгода словно нить прошло, все, что болело, зажило. Разнишку там наш герой, забыл, а Не знаю, ну что за одежды, что? Одежки или бит, застежек, пару крылочек, пару розок. Ну что ты, что? Где? Покажите. Вообще, пёс ты, выжмёшь. Ну не знаю. На балетом, конечно, смеяться грешно, но что здесь было? Кто мне это? Что здесь было? Да ничего такого. Молодцы, недоразумение, мама говорит. Я в шоке. Я же, поверьте, представляю. Представьте, ангелочек.
Крушева, рюшечки, крылышки. Ой, а черт, черт, красный такие. Лаковая кожа. Ой, прётки, ой, звезда. А режиссер. Виктюк, Виктюк, Виктюк. А что здесь было? А что в балете было? Нет, я не знаю. Я мужиков, одно было. Девушки, одно было у мужиков осталось. Нет, ну что ты такие? Когда маньяк в подворотне сидит, одна идет, он маньяк крутой. А те три, бедные три лебеди. Бедные три лебеди, мужика себе не нашли. Я не знаю, вот, ты что ты пишешь? Человек, а человек с не очень интеллектуальной улыбкой. Ну что здесь было, кто мне скажет, что лебеди танцевали? Где видно, где? Что в балете вот это превосхищение мое так испахали. Лера, ты не понимаешь, это искусство. Ой, что ты говоришь? А вот это вот, понимаешь, мужской балет называется. Мужской балет. Там девки были, я же бачила, мама же... Вообще, я пришла сюда поздравить кое-то, понимаете? Я вот не знаю, ну... А, ну, знаешь, своя свадьба. Какое это, весело, как хочешь? Ржутся. Ой, ну что, рыбы мои, я вас поздравляю. Спасибо. Мама не слышит хлопанье. Я знаю, что я звезда, я не буду сильно скромничать, но... искать альбатросов. Что вы подглядываете за этими брачными играми? Вам был показан балет? Был? Не слышу. Был. Же таких балетов не было на практике. А то я бачу, хлопцы здесь парных мало. А не было. И туда вот рыба моя подруга, главная боюшка, говорит на расхватке. Ой, не надо, Звёзд, я же добежал на 5 минут там репетиции. Я же тоже в балете. У Виктюка. Ну ладно, я оденусь, можно? Раз нам видят, на улицу выходить. Да, Кошун, действительно. Я как одна женщина в подворотне иди, так сразу все маньяки. А когда вот так вот толпой идешь, я не знаю, ну же... Боже, где мужики?